Купил домашнее молоко у одной бабушки. Сделал вот простокишу тут. Налил в рюмочку, она постояла в тепле. Пробовал с магазина молоком. Магазинное молоко не закисает даже на батарее. Вот будем кормить простокишей. Мальки охотно едят. Даю Артемию также яичный желток. Подрастают потихоньку. Посмотрим, что будет. Мальки уже шустрые, активные, плавают хорошо. Что упало на дно, все подберут улитки. Кстати, у меня вот такие вот улитки. Не пойму, что за улитки. Какие катушки какие-то. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарен.